Привет, друзья! Покажу вам четвертую будку. Вот только что приехала. Вот здесь уже доработано у нас. Были некоторые как бы претензии к тем будкам по саморезам, по входу. Здесь уже мы доработали, я сейчас вам покажу. То есть мы вход сделали уже не такой большой, как на тех, да? Такой, а уже мы его занизили. Занизили. Здесь собака у нас ходит через нижнюю часть, заходит в будку, и уже здесь надо ей перепрыгнуть. То есть у нас получается настоящий лисий ход. Здесь открываем, здесь полный термос, абсолютно все термично, в кубе. Также и пол, крыша, то есть все. Все это как бы там с двойным утеплителем, то есть не просто пеноплекс, а вот еще такой идет вот с этой, с блестящей как бы двойной утеплитель. Все очень мощно, конкретно. Так, они еще когда новые приходят, не сразу садятся, вот сразу села. Вот они у меня пару суток постоят, потом уже захлапываются. Нет, мы это вот с ним уже с мастером разработали, и она садится у нас в принципе уже неплохо. Вот этой будочкой я доволен. Мы здесь уже без изменений. Следующее будем делать точно такую же. Здесь почему-то они не согласовали со мной. Уклон сделали вперед. Но я не против, короче. Тоже прикольно. Пускай будет вперед. Как бы тут ничего страшного. Ну, то, что сюда будет капать, как бы. Козырек же есть. Отлично все. Всем добра и здоровья.